Последние выборы показали один очень важный факт, что на результаты выборов оказывает влияние финансы. Значит, это новый очень фактор для России. Вот, ну, был продемонстрирован, скажем, «Лебедь», был раскручен с 4% до 18% как кандидат в президенты именно финансовыми ресурсами. Но банкиры, финансовые группы, выступали в качестве исполнителей воли, скажем, власти, ну, президентской фактически. Финансировали Лебедева несколько финансовых групп, но делали они это, не делая на него ставку, как на политика будущего. Секунду.